Пешеходный контрольно-пропускной пункт в станице Луганской могут открыть уже через 2 дня, сообщил губернатор Георгий Тука. Правда, с оговоркой, только в случае прекращения огня. Пока что вблизи населенного пункта перестрелки продолжаются. Накануне там был поврежден газопровод под пулями и сам КПП. На его территории под обстрел попали вагончики пограничников. Жертв и пострадавших среди военнослужащих нет. Автомобильное КПВВ «Золотое» в Луганской области также остается закрытым. Редактор